дорогим женщинам. Так. Ребята, доброе утро. Я, камера, она привязана, но... Ой. А что? Всем привет. Заурик, парапланы. Я пока не могу говорить. У меня затаилось дыхание. Сейчас будем потихонечку готовиться к старту. Готовы к старту. На высоте 2000 метров находимся. Гора Кудеби. Да. Так и есть. Гора Кудеби у нас. Гора Кудеби? Замечательная погода. Сколько метров? 3006 метров точно, если около 3000 метров. Солнышко. На уровне моря. Так-то вниз у нас, я думаю, где-то 1000-1500. Андрей, галочку как-то неизвестно на форум, это как-то залез. Когда скажу, побежим вот в направлении. Вот туда. Да. Ну, на ветер. Ветер не отсюда. Да. Главное, прямо вот даже туда по снегу бежать. Угу. Девушка какая-то такая, вот эта вот, которая... Бояка. Дим, мы готовы, ты можешь стартовать, когда тебе захочется. Но, считаю, надо немножко подождать. Ну да, она так косовато. Ветер сильнее подует, чтобы меньше бежать. Ветер нам помогает таким образом. То есть сначала почувствуй, что будем что-то тянуть. Что крыло ждали, вместе будем поднимать. А потом стоять лестницу. Ждем ветер. Лучше подойдет, легче будет стартовать. Сон так слишком косой. Ну, уже добавляет немножко. Все, к нам дойдет. Видишь, вон там сверху есть ленточка. На нее периодически поглядываю. Ну, вон туда вот, хорошо? Ну, туда. Да, да. Хорошо. Куда побежать? Раз, два, три, побежать. Я не могу уже бежать! Ура! Слабенькая! Отлично! Главное, что не сила. Я вот так. Анатолий, это труднее будет бежать, если он... Там спереди у него моторчик хороший. Моторчик? Я моторчик сами. Все взлетели. Ай, какая красота! Внизу.
горы шикарные. Ой, а где это? А, вот это. По одному каньону, это вот эта река течет, да? Она сейчас замерзнет. Нет, температура уже большая, она не замерзшая.